Добрый день, друзья! Сегодня у нас космические новости, и это вовсе не преувеличение. Новый Evolute iSpace появился в шоуруме Avilon Evolute. Avilon показывает, а я рассказываю. Меня зовут Алексей, и я менеджер отдела продаж Avilon Evolute. Начнем! Это 7-местный гибридный кроссовер длиной 4,7 метра. 1,5-литровый двигатель установлен в роли генератора для подзарядки тяговой батареи. Колеса, в свою очередь, приводятся в движение электродвигателем мощностью 177 лошадиных сил, который обеспечивает автомобилю разгон до первых 100 км в час за 7,4 секунды. Запас хода Evolute iSpace на электротяге составляет около 80 км. И это очень хороший результат для последовательного гибрида. Суммарный запас хода при полном заряде батареи и полном баке бензина составляет 1150 км. При этом расход топлива 5,5 литра. На автомобиле установлен электромотор, и он находится на передней оси. Этот автомобиль необходимо как заправлять топливом, так и заряжать. Пройдемте к электробаку. В iSpace установлен разъем GBT, который установлен на многих зарядных станциях Москвы. Достаточно цифр, самое время перейти к эстетической стороне. Space переводится как космос или пространство. Название автомобиля использовали, чтобы подчеркнуть пространство салона. Evolute iSpace получил достаточно строгий и современный дизайн. Сзади диодные фонари с современным рисунком. Полностью светодиодные фары соединены диодной линией. Массивные вертикальные воздуховоды, широкая решетка радиатора и шильдик бренда в новом оформлении с подсветкой. Аэродинамичные 19-дюймовые диски в обновленном дизайне. Переходим к задней части автомобиля. Крышка багажника оборудована электроприводом, что очень удобно. Под полом дополнительная батарея и ремкомплект для шин. Если вам нужны все 7 мест в салоне, то объем багажного отделения будет 187 литров. Если же сложить третий ряд, то в вашем распоряжении целых 934 литра. В случае, когда и такого пространства вам недостаточно, то можно сложить и второй ряд. 2125 литров точно хватит для вашего багажа. Большая панорамная крыша делает автомобиль визуально еще просторнее. Салон очень просторный, с отделкой из эко-кожи. На третьем ряду с комфортом расположатся как дети, так и взрослые. Сиденья водителя и переднего пассажира оборудованы подогревом и вентиляцией и регулируются при помощи электропривода в 4 и 6 направлениях соответственно. Цветная панель приборов диагональю 7 дюймов. Ниже вы найдете беспроводную зарядку для смартфона. Мультимедийная система Huawei HiCar 12,3 дюйма с интерфейсом Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль оборудован множеством систем безопасности, в том числе встроенный видеорегистратор, камера кругового обзора 360, система мониторинга слепых зон, передние и задние парктроники и многое другое. Друзья, гибридный автомобиль iSpace точно заслуживает вашего внимания. Оценить автомобиль можно в Avilon Evolute. До встречи!